Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой», и у нас сегодня в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер, здравствуйте, Александр. Батюшка, вот еще одна неделя Великого Поста миновала. Так быстро время летит, такое ощущение, что да, мы вот только начали. Как бы, слава тебе, Господи, но уж больно быстро. Да? Да, всегда не успеваешь напоститься. Батюшка, ну а на вас вкус сколько бы надо было тогда пост сделать? Ну, не знаю. Месяца три? Ну, еще недельку хоть две. А то как-то так. Ну, это можно прибавить уже после пасхального. Темп жизни такой интенсивный. Если, конечно, вот жить-то где-нибудь в сельской местности, ходить на службу в храм, а то прям вот раз-раз неделя щелкает, как вот некий счетчик. Раз, два, три. То есть не хватает какой-то вдумчивости в жизни, да? Такой? Да, совершенно не хватает. Так все по верху проходит. Да, вот эта текучка, она ну, отбирает просто целыми кусками жизнь. Конечно, ее проживаешь, но, так сказать, в общем, завидуешь 19 веку. Такой размеренный, спокойный. Да, как-то все так неспешно. Батюшка, ну вот читая лестницу Иоанна Лествичника, кажется, что он совершенно невозможно взойти по этим ступеням, потому что каждый из них требует именно вот этой вдумчивости и полного погружения вот в духовную жизнь. Ну тут, понимаешь, лестница написана великим монахом и совершенно для другой эпохи. Все-таки жизнь мирская и монашеская – это две разных стези. Но вот чем драгоценна лестница? Она дает возможность нам понять, что такое духовная жизнь. Вот это очень важно. Вот не так давно вот я читал даже в храме кусочек, там вот про лукавство. Как-то вот он выявляет. И если это читать со вниманием, с карандашиком, так сказать, что очень много будет полезно вообще для каждого человека, это вот ценность. А, конечно, такую жизнь повторить, ну, просто не хватит, наверное, времени. Батюшка, выявляет, и очень даже. Но в том-то и дело, что вот в ужасе от того, что понимаешь, что приблизиться к этому... Но самому нет, невозможно. Но Бог-то рядом. Если Бог мог в один час разбойника прям с креста ввести в рай, то он же может и дать человеку, если человек будет вот серьезно об этом просить. Поэтому, в общем, да, жизнь наша устроена чрезвычайно, ну, как-то дробно. И, ну, даже если посмотреть, ну, сколько там 100 лет назад человек мог проехать в день. И таких поездок у него, ну, сколько было, одна в году или две. А сейчас ежедневно по 100 километров в день наматывать, это чрезвычайно трудно. Вот один из вопросов нас, к нам пришедших. Как возгревать, поддерживать себе решимость противостоять греху? Или нужно ждать, пока возникнет это искреннее отвращение от видимости своего постоянного падения в одну и ту же лужу? Нет, ждать ничего не надо. Надо взывать к Богу. Из глубины возвах к Тебе, Господи. Вот. А так сидеть ждать, что само нет. Под лежачий камень вода не течет. Это русская мудрость, а вторая евангельская, что Царствие Небесное от времени Иоанна Предтечи нудится. Только употребляющие усилия восхищают его. Ну вот возгревать в себе решимость чем можно? Только усилиями. Ведь дорогу осилит только идущий.
Поэтому шаг, еще шаг. Ну, вот как наш олимпиец, я, конечно, не помню фамилию, но вот со сломанной лыжей бежал. Это настолько поразило, что там какой-то соратник, по-моему, из немецкой команды, нашел ему лыжу и дал. Она подошла, и он побежал. Вот так надо. То есть лыжа не... сломалась. Нет, не схожу, все равно иду вперед. Это прям вот как бы замечательная такая иллюстрация. Один прихожанин говорит, вот пока каюсь, прям кипит во мне решимость. Вот отхожу от исповеди. И как-то эта решимость так угасает, угасает, угасает. Пусть угасает. На следующий день надо уже действовать согласно с решимостью. Но я понимаю, что вот так говорить, надо действовать. Это вообще легко. Особенно сидя на кожаном диване, вообще класс. Когда тебя самого касается, все не так-то совсем просто. Но с другой стороны, надо и понимать, что другого-то ничего нет. Перестану ли я грешить хотя бы после всеобщего воскресения? После всеобщего воскресения возможности не будет грешить. То есть перестанешь? Никакой просто не будет возможности. А мука будет в чем? Что хочется грешить, а не могу? Ну да. Нет, она будет отнята. Будешь просто страдать. Но страдать от желания? Или от... Ну, я думаю, да. Недавно посмотрел интересную передачу о Иоанне Кронштадтском и удивился высказыванию, почему Иоанн Кронштадтский считал писателя Льва Толстого сатаной. Что его настораживало? И на что опирался он в своем заключении? Ну, естественно, на произведение. В некоторых произведениях просто текстуальное глумливое кощунство в отношении христианских святынь. Кто может это так относиться? Только сам сатана. Есть вопрос у нас, батюшка. Здравствуйте, добрый вечер. Сорвался, говорят, сорвался звонок. Да? Ну, ладно. Иногда бывают периоды, что во время домашней молитвы становлюсь совершенно бесчувственным, безучастным к словам молитвы. Сердце черствеет, и умиление сердечной теплоты совершенно не ощущает. Кажется, что готов все отдать, чтобы снова Господь услышал меня. О, а почему... отлично. Вот и отдай. Почему такое происходит? Вдруг очерствление? Ну, вообще молитва осуществляется Духом Святым. Поэтому, если это все отошло, значит, Дух Святый отошел. А как понять, почему он отошел? А это бывает по двум причинам. Либо согрешил мысленно, либо Господь хочет испытать. Будешь ли ты продолжать? И в том и в другом случае нужно явить верность Богу. Если ты отпал, встань. Ну, жить вот... надо по вере, а не по ощущениям, чувствам. Там. Но хочется всегда на что-то опереться, чтобы понять, правильно ли я движусь. Опереться на веру. Верую, Господи, помоги моему неверию. Вот сегодня евангелист Марк нам напомнил. Сергей в Посад на связи. Добрый вечер. Да. Алло, добрый день, добрый вечер, батюшки. Такой вопрос вам. Меня слышно? Да. Спасибо. Вопрос такой, вот люди светят машины, дома, приглашают батюшек домой. И хотелось бы спросить,
церковь сама же говорит, что сам по себе ритуал силы не имеет, если человек не верит. А если он верит, то можно и обойтись и без ритуала. И тогда все будет хорошо. Получается, в данном случае во-первых, ритуал используется как... Непонятно, что это значит, что все будет хорошо. Это с какого-то такого мороза. Ну, человек, допустим, там светит машину, да, в надежде, что после этого она у него там не будет ломаться. Ничего подобного. Что это вы клевещете? Я вот сколько машин освещал, даже своих, и на каждой и царапаюсь, и бьюсь, и там мне стекла разбивают, воруют портфели. И я освещаю совершенно не для того, чтобы, так сказать... А я хочу. Понимаете? Я хочу осветить машину, и я освещаю. Хочу ездить в освещенной машине. Вот почему. Ну, а смысл в этом какой-то есть практически? Как? А разве мое желание это и его удовлетворение? Это недостаточный смысл? Обязательно какая-то меркантильная должна быть польза? Ну, то есть правильно. А что правильно? Что-то прервали. Еще раз повторите, звук уходил. То есть правильно делать так, как делаете вы, просто по своему желанию, а не так, как делают люди, которые хотят, чтобы у них эту машину не угнали. Вы вообще многих людей опрашивали? Откуда у вас о людях такие странные, какие-то дикие сведения? Вот сколько вы опросили... Не угнали, чтобы она не сломалась. Ну, сколько людей вы опросили? Количество? 8? 11? Ну, встречал. Ну, из 140 миллионов сколько вот выборка вашего опроса? Ну, вот. Да. Ну, чего? Спасибо. На здоровье. Поэтому не надо как на людей клеветать. И это вообще нехорошо. Потому что вот некоторые... клевещут там на людей, появляющихся в церкви. Вот они, говорит, неискренние. Но откуда ты знаешь? Или там, зачем освещают машину? Да мало ли зачем. Хочу и освещаю. Чего такого? Чего в это влезать-то? Это наша свободная воля. На что там человек надеется, о чем просит Бога. И тоже и вообще хорошо делают те люди, которые, садясь в машину, осеняют себя крестным знаменем. А некоторые так. Вот я сажусь в чью-то машину, говорит, батюшка, благослови дорогу. Я ее благословляю, и поехали. И что тут такого? Это что, уже разрешение на то, чтобы превышать скорость, что ли? Или там гарантия от чего-то? Конечно, я уверен, что наверняка попадаются люди, которые, ну, вот, крестят ребенка, чтобы у него прыщики прошли. Но большинство крестят, потому что им хочется. И они не могут объяснить, зачем. У них не хватает на это образования. А вы уж просто как домысливаете, сочиняете. Может, вы так делаете? Ну и пожалуйста, мы на вас не в обиде. Вполне возможно от Бога ожидать, что Он пощадит вашу жизнь и, так сказать, обойдется вам путешествие на автомобиле, который есть источник повышенной опасности. А в этом старайтесь не забывать. Это вам советую, как человек, который, ну, я уж не знаю, сколько я, четверть века уже езжу. Батюшка, но когда человек произносит имя Божие без веры, Бога, а может быть даже с суеверными мыслями. А как без веры? Суеверие – это тоже вера. Вот как он произносит? Ну, как может, так и произносит. Но он же обращается к Богу. Хочет, чтобы вот ему осветили машину. Он не знает как. Обращается к священнику. Хотя можно и самому. Читаешь из молитвослова молитву на освящение всякой вещи, кропишь святой водой. И что и то же самое, она освещается и ничем не хуже.
Но он и этого не знает. Поэтому к церкви подъезжает, батюшка, не осветите. Да, пожалуйста, родненький, езди на здоровье, может, когда прокатишь. Некоторые, батюшка, мало покрапили, еще покрапили. Еще, пожалуйста. Хочешь, ведро выли. Ну, не понимает человек, что не от количества зависит. Ну, пожалуйста, надо пойти ему навстречу. И в храме каждый раз. Батюшка, мне не попало. Ну, сейчас попадет, иди поближе. Нормально, будешь мокренький до пояса. Знает ли Бог заранее, кто спасется? Не знаю. Человек в каждую секунду своей жизни либо спасается, либо погибает. Поэтому Господь сказал, в чем застану, в том и сужду. Когда придет... Но мгновение, когда Бог возьмет душу человека, ведь Бог и выбирает, а не человек. Да, вот я твердо знаю и верую в это, что Господь забирает человека в лучшее время его жизни. Даже когда, казалось бы, человек погибает от своей страсти. Ну, может быть, он в этот момент из глубины своей души вдруг к Богу обратился. Да, и со смирением, и признал, и покаялся. Тайна сия велика есть. Грешно ли копить деньги на летний отпуск с детьми? Есть мечта поехать с семьей на море, но вот так вот за один месяц заработать невозможно. А что тут грешного? По-моему, какой-то надуманный вопрос. Часто мы говорим о том, что... Это же на отпуск, да еще и с детьми. Нет, ну говорят, что кур доят. Нельзя же этому верить. Ну нельзя курицу доить. Но говорят, вот что ты будешь делать? Сколько уже веков, и все говорят. Поэтому одно дело копить на черный день. Но вот это, тогда точно. Тогда черный день наступит. Зачем же на него копить? А копить на отпуск, да еще с детьми. Ну, что ж тут плохого-то? А потом, если не копить, ну вообще, допустим, копить грешно. Значит, всю зарплату в тот же день, когда получил, надо тут же всю спускать. Потому что если у тебя часть осталась до понедельника, то ты уже копишь. До понедельника. Да. Что это значит? Уже за счет грешишь. Некоторые думают, что христианство – это какой-то полный идиотизм. Что христианин – это вот человек, лишенный всякого здравого смысла. Вот некоторые так, к сожалению, думают. Ну, да, считают, главное не думать. Да, главное... вот как-то странно. Хотя, вообще-то, христианство именуется умным деланием. Ну, как, это же смирение, сказать, что я ничего не соображаю. Нет, я сказать ничего... это многие терминологию все освоили, могут говорить. Что не грешник, то великий. Это прям... Василий великий, Пахомий великий и я великий грешник. Вот это люди хотят быть великими. Если не мудрецами, то хотя бы великими грешниками, лишь бы великим. Это, пожалуйста. Но, к сожалению, Христос, наоборот, требует того, чтобы от человека и вот христианства... Ну, максимального усилия в движении к небесам, к Царству Божьему. Требует усилий ума, и сердца, и знаний, и сил физических. Конечно. Есть вопрос у нас. Алло, добрый вечер. Алло. Да, слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Александр, отец Дмитрий. Вот такой вопрос. У меня есть взрослый сын, ему почти 29 лет. Он хотел бы создать свою семью, но у него очень узкий круг общения, и девушек подходящих нету, ну, в ближнем окружении. Вот вопрос, в чем заключается? Стоит ли какие-то шаги предпринимать для того, чтобы найти спутницу жизни, или же нужно просто на волю Божью уповать? Хорошо. Давайте я вам такой задам вопрос. Некий человек живет в деревне, и у него 24 сотки земли. И иногда на этой земле, там под березой, вырастает подберезовик. Стоит ли ему идти в лес за подберезовиками или ждать, что и по воле Божией в этом году тоже вырастет подберезовик, чтобы его пожарить и как-то съесть? Вот как? В лес, ну, в лес, наверное, надо идти. Ну, правильно, конечно. Надо идти туда, где растут подберезовики. Вот поэтому надо... нашего батюшки такой вопрос задали. Он нам сказал, что нужно ждать, когда Бог пошлет. Конечно, вот поэтому... конечно, вот так бывает. Вот сидит человек и ждет подберезовика. Но много не вырастет. Поэтому на жизнь не хватит. Поэтому можно подождать подберезовик. Даже вот, ну, парочка может вырастет. Это один раз покушать на одну порцию. Потому что они, ну, сами знаете, подберезовик, когда пожаришь, он еще сжимается. Там вообще только запах один. А если уж корзинку набрать, это надо в лес. Ну вот. А если насушить на зиму, ну, на более длительный период, нужно даже не одну корзинку. Так что вот все, надо немножко стараться включать голову. Она дана не чтобы только платочек носить, когда в церковь идем, а она должна голова соображать. Вот и, собственно, и все. И раньше на Руси не так часто кто-то находил себе невесту в своей деревне, в своем селе. Искали по всей окрестности, по уезду, а иногда и по губернии. Куда-то уж дальше это редко так бывало, а вот своя губерния – это вот такой ареал. В миру соблазны, а крутит какая-нибудь, потом беды не оберешься. Ну, а крутит. Это уже зависит от мамочкиного, папочкиного воспитания. На что он смотреть будет? Ну да, и потом вообще-то 100 лет назад в женитьбе детей участвовали родители. И своим благословением, а большей частью и выбором. Потому что разводов было единственные, меньше. Кто на земле люди, которые не пожелают своим детям плохого, это мама с папой. А вот друзья, подружки, это вот все не годится. Вот папа с мамой, конечно, тоже всякое бывает. Если мамочки очень противные, папа, который вообще ничем не интересуется, кроме как футбол, там, пиво, такие простые вещи. Вот такое тоже бывает, к сожалению. Но все-таки отношения... всегда лучше. Во всяком случае, можно надеяться. Я не согласен с методами работы моей начальницы. Как правильнее, проявить смирение и продолжить работу по ее принципам или уйти? Это уж опять от желания человека, от степени согласия. Если уже человек рычит и лезет на стену, а по ночам слезы проливает в бессильной злобе, тогда лучше уйти. Спасибо. Есть звонок у нас. Добрый вечер. Батюшки, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как правильно... Вот как правильно понимать такую пословицу? У тебя есть Господь Бог, но и сам будь неплох. Спасибо.
Очень такая правильная пословица, потому что спасение души, оно осуществляется в результате синергии, то есть совместных усилий благодати Божией, во-первых, а во-вторых, наших усилий. То есть без воли человека, без его движения невозможно. Поэтому это абсолютно пословица адекватно Евангелию. То есть человек должен и голову приложить, и ум, и сердце. Ну да. С тем, чтобы двинуться навстречу. Или там же другая пословица, которая тоже самое отражает. На Бога надейся, сам не плашай. Потому что кто плашает? Тот, кто не надеется на Бога. Надо всегда всю надежду возлагать на Бога, а не плашать. Что такое плашать? Плашать – это значит надеяться на себя. Но эту поговорку обычно произносят, что Бог Богом, а сам-то дураком не будь. Бог Богом и сам дураком не будь – это третий вариант пословицы, что тоже вполне укладывается в эти рамки. Зачем же быть дураком, когда христианство, повторяю, это умное делание? Как распознать лицемерие в незнакомом человеке, чтобы не обмануться? Ну, это только опытным путем. То есть в процессе знакомства с этим человеком? Знакомство, ну, и потом, ведь опыт приобретается предыдущими обманами. Человек 40 раз обманулся, а на 41-й начинает различать. Или подозревать. Уже в каждом человеке обман, лукавство, лицемерие. Не подозревать. Лучше обмануться, чем подозревать. Потому что сейчас обмана очень много, и люди просто в ужасе от того, как легко можно попасться вообще на удочку к мошенникам. Ну, конечно. Вот вы тоже советуете, если звонят в дверь и говорят, что это пришли тебе там с почты или там из ЖЭКа, или там еще кто, не открывать. Нужно сказать, дайте, пожалуйста, телефон вашего начальства, я сейчас позвоню и открою. Если это действительно оттуда? Да, то даст телефончик, позвонит, скажет, вот вы в такую-то квартиру почтальона посылали. То есть здесь все-таки проявить такую осторожность? Всегда. Сейчас настолько много вот людей, которые занимаются таким промыслом. Есть еще звонок у нас. Добрый вечер. Потом есть еще вариант. Можно обзвонить соседей, чтобы они вышли. Добрый да, вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Это мы уже слышали. Поедем дальше. Ага. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот живу я не венчана, но очень хочу. А муж не идет под венец. Как мне отвечать перед Богом? А почему вы будете в чем-то отвечать? Мало ли что хочу. Я хочу, я уже 100 раз говорил. Нет. Ничего подобного. Вы живете в браке, если он зарегистрирован, это брак. Блуд – это не зарегистрированный брак. Вы меня слышите? Слышу, хорошо. Вы меня поняли? Поняла, спасибо. Вот запишите и запомните. Церковь не считает брак, зарегистрированный в государственном органе, блудом. А церковный брак можно заключить только с церковным человеком. А брак, заключенный церковный не с церковным человеком, это является кощунством. Так что же мне делать? Жить дальше в блуде не венчан? Надо этот вопрос решать за месяц до регистрации. Так не получилось же. Ну, не получилось. Ну, а что теперь? А теперь как? А теперь терпите до смерти.
Спасибо, Господи. На здоровье. До свидания. Всего доброго. Мне предложили стать крестной у моей племянницы, но сказали, что прежде чем стать ей, необходимо пройти курс обучения и получить свидетельство. Только после этого батюшка покрестит. Слышу такое впервые. Скажите, как быть в этой ситуации? И есть ли действительно такое обучение и такое правило? Если нет, то должно быть. При советской власти это было невозможно. В царское время все население России обучалось в церковно-приходских школах. Их было 80 тысяч в стране. Поэтому каждый человек обязательно это проходил. А теперь мы это все восстанавливаем, чтобы человек понимал, во что крестится, кто крестится, какие обязанности и так далее. Совершенно бесплатно. Такие очень краткие курсы. То есть просто беседа с батюшкой перед уже самим крещением – это недостаточно? Конечно, недостаточно. Вот вы сказали, что под венец идти с неверующим человеком нельзя. А когда совершенно не просвещенные люди, хотя и крещенные, пытаются быть крестными, это не является ли тоже кощунством? Является. То есть здесь батюшка вправе как-то отложить крещение? Батюшка вправе вообще выслушать от родителей и крестных символ веры. Потому что крестный во время таинства крещения должны его прочесть трижды. И батюшка по любому члену символа веры может спросить: а что такое чаю в воскресенье мертвых? А что такое при Понтийском Пилате? А что такое и вочеловечшися? Если человек не может сказать, ну, auf Wiedersehen. Потому что сейчас его покрестишь, он так и никогда не узнает. А надо ему все рассказать. В чем состоит вера православно-кафолическая? Какие обязанности у крестного? Может, он скажет: о, ну нет, это я тогда не буду. А то потом скажет: ну, мне никто не предупреждал. Да, надо вот так правильно. Спасибо, батюшка. Есть вопрос еще? Добрый вечер. Здравствуйте. Не дождался. Азбукой Морзе решил. Не знаете? Вопрос задать. А? Не знаете? Азбуку Морзе? Нет. Когда-то я ходил в кружок такого юного моряка. И тогда мы учили немножко. Семафор и азбуку Морзе. Из семафора несколько букв я помню. Азбуку Морзе забыл, потому что там, ну, такое обучение музыкальное. Нужно очень иметь хорошую музыкальную память. Но вот у меня она не очень хорошая. Отец Дмитрий, вы часто говорите о том, что человек потерял связь с Богом. А может ли обычный современный человек, живущий в миру, иметь связь с Богом настолько сильную, что чувствует его присутствие и общается с ним, явно, как общается с обычными окружающими людьми? Конечно, я многих людей таких даже знал. Они с Богом разговаривали прямо при мне, вот как мы с тобой. Прям в виде его. Это вообще потрясающе. Вот помню матушку Агнию, она так говорит: ну, Господь, ты ж видишь, вот. И прям показывает. Прям вот. Опа, очень. Это, конечно, впечатляет. На всю жизнь такие вот опыты, они остаются в сердце. То есть этот человек достиг чистоты сердца. Блаженные чистые сердца. Ну, может, достиг, а может, такое и было. Потому что, конечно, мне трудно сказать, я уже с ней познакомился, ей было за 80. Вот, а когда она отошла ко Господу, ей уже было около 90. Вот, несколько лет мы общались, я постоянно причащал.
соборов, и как бы светлейшие минуты моей жизни. Пастор, вот такая сердечная чистота, как она приобретается человеком? Ведь постоянно мы... Ну как, вот эта матушка, хотя она была простая крестьянка, она досконально знала Священное Писание, досконально молилась. То есть у нее такое было молитвенное правило огромное. Иисусову молитву читала тысячами. Отче наш сотнями. Богородица, Дева Радость. Не, не от количества же такое вот. Она просто читала и предстояла перед Богом. Конечно, нет количества. Но просто даже и количественно прочесть, это же ну, просто труд большой. Строжайшим образом постилась. Настолько, что у нее даже нож был вот, для пищи скоромной и нескоромной. То есть вообще очень... Ну, постилась как молодая. Хотя пожилым людям можно уже и какое-то снисхождение к своей немощи, но никогда вообще она даже помыслить не могла. Ну, конечно, у нее было и здоровье отменное. Ну, вот. Но что-то почти у людей... дюжину детей родила, вот прежде что-то... чем монахиней стать. Вась, ну вот как ты вот наблюдаешь за людьми, которые тоже стараются и много молиться, и строго поститься, но вот такого преображения... А кому что Бог даст? Бог смотрит на внутреннее человеческое, а не на внешнее. Есть вопрос? Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Значит, был два с лишним месяца в монастыре в Оптиной пустыне. Была благодать. Сейчас мирок. Вот куда-то она делась. Что можете посоветовать? А в чем вопрос-то? А почему в монастырях благодать стяжается, а в миру она куда-то уходит. А это у кого как? Вот та матушка, про которую я давеча вам говорил, она жила дома у себя. Благодать не уходила. Да, наоборот, приходишь к ней, как в монастырь. Она на себя схиму надевала. Бач, ну такие люди уникальны, а в большинстве своем... Нет, ну вот, говорится, почему в монастырях так, а там... В монастыре, ну как каждый человек может засвидетельствовать, что к нему приходила благодать Божия. Ну да, потому что в монастыре все способствует. Сами стены намолены, потом в монастыре же, ну как-то праздных людей редко увидишь. Все пришли приобщаться к Богу, все в едином порыве. Там не двое или трое, а посреди них Христос. А несколько десятков человек с той же мыслью присутствует. Поэтому, конечно, что тут? Ну, можно так сказать, что в монастыре меньше праздности во всех ее проявлениях просто. Ну, именно... не всегда. Ну, вот Господь сказал, я в темнице был, и ты меня посетил. Поэтому, если хочешь благодати Божией, сходи в темницу, посети Христа. Ну как можно рядом со Христом находиться и не ощущать благодать? Все ощущают, даже бесы. Что ты нас пришел мучить? В миру тоже. Ведь тюрьмы-то в монастырях сейчас нет, это раньше было там, ну, до 18 века. Там можно было в темницу сходить к узнику. Там в подвалах, в некоторых монастырях содержались узники. Вот. А сейчас-то этого вообще нет. А в тюрьму-то как ты? Я вот, например, когда посещал в тюрьме людей, я после этого, ну, я не знаю. Ну, вот как на крыльях летел. Поэтому тоже можно получить благодать
или больного посетить. И мне очень нравится кого-нибудь накормить. Вот человек там приехал, там ждет меня, и я говорю, вот там, пойдите его пока покормите, он пока поест. Я прям чувствую, что это даже слаще, чем то, что вот он что-то будет у меня спрашивать там. А вот то, что я покормил, у меня прям как будто сам поел. Благодать. Есть вопрос еще, батюшка? Алло, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Батюшка, вот такой вопрос у меня. У меня серьезное заболевание, и врачи категорически против больших постов. Разрешают только среда, пятница. Опустимо ли это? А почему нет-то? У меня пришла ко мне молодая женщина, говорит, зашла в общепит, попросила постное меню, ей дали. Она стала кушать, а там в салате сало. Я говорю, а как это столовая называлась? Корчма. Я говорю, ну там у них так, что если в сале нету мяса, то значит это постное. Так что всякое бывает. А тут вам дают и среду, и пяток поститься, да и поститесь на здоровье. Это же зависит от состояния здоровья. Проблема-то не в пище. Понимаете? Пища это, ну, как для детей. Первые два года исповеди. После каждой из них выбегала на улицу с рыданиями. Также по прочтении покаянного канона было то же самое. А сейчас иногда даже с улыбкой подхожу. Пропало вот то состояние, которое было в те годы. Зато другое состояние – улыбка, радость, мир, покой. Замечательно. Вопрос, почему так происходит и правильно ли это состояние? Ну, улыбка – это внешнее проявление. Тут о состоянии, к сожалению, ничего не сказано. Нельзя сказать. Но то, правильное что... состояние – это состояние покаяния. А покаяние, оно не обязательно выражается в физических слезах. Покаянный плач, он может быть и такой сухой. То есть омывать сердце свое слезами. Да. Конечно, это даже лучше, шибче. Потому что нередко люди говорят, ну не могу плакать, читаю часто о слезах. Да луком на три глаза и заплачешь, господи, какие проблемы. А можно просто блюдечко порезать, рядом поставить, и слезы пойдут, и вообще уже не о покаянии будешь думать, а о том, как глаза вымыть. Если уж так тебе слезы нужны, какие проблемы-то? А некоторые артисты даже могут так о чем-то таком подумать. И прям без всякого глицерина слеза выкатывается. Так умеют. Называется система Станиславского. Войти в роль? Ну, подкладку какую-то делать, начинать что-то вспоминать, какую-нибудь обиду. Или грусть. Но не тот грусть, который в лесу, а тот грусть, который таскал. Я не верю в суеверия, но ради мира в семье могу ли я следовать им чисто внешне? Нельзя. То есть это получается уже отступление. Значит, все, что ради мира в семье, буду тоже колоться героином. Все в кружок сели, и я. Ну, пусть в мире. Зачем же? Сказать, делать, что хотите, но извините. А еще исповедуйте меня перед людьми. Исповедую я вас пред Отцом Небесным. Тут же нельзя. А еще постыдитесь меня. Да. Вроде всем, прелюбодейным, грешным и суеверным.
отвергнусь и постыжусь и я вас перед Отцом моим небесным. То есть здесь придется терпеть поношение от своих близких. Ну уж не знаю, что там придется, но что-то придется, безусловно. Ну, а опять, как подать? Если кротко, смиренно. Ох, иногда даже просто отказаться от скоромной пищи. Сказать, знаете, я вот ограничусь там хлебушком. О, это сразу. Да ты что? Да хватит фанатеть. Нет, ну пища это, собственно, давай колбаски отрежу, съем. Что в этом? Потом, после этого, может, два дня ничего не есть на хлебе и воде. Так сказать, если уж так, если в этом дело. А вот там водку пить, все пьют на это, да ничего, с какой стати. Колбаса тоже гадость порядочная. Но это уж если хорошо прожевать кусок, так сказать... Потому что некоторые так, ну, все равно согрешил. И полкило уж отрезают, так, конечно, нельзя. Вот лукавить не надо. Годовщина смерти мамы попадает на Страстную пятницу. Знаю, что в эти дни не слушают панихиду. И также на пасхальной неделе. Как лучше сделать, чтобы отметить эту годовщину? Ну, может, человек слыхал про Радоницу или Троицкая родительская суббота перед Троицей. Есть специальный день. Смущает то, что это будет уже значительно позже. А какая разница? Годовщины. Чем день отличается от дня? Вот чем? Ну как, годовщина – это... Тот день, который год назад, предположим, человек умер. Даже 2 мая и то праздник. Какая это? 1, 2. То есть любой сдвиг вперед, назад, не играет никакого... ради удобства, скажем, родственников, чтобы приехали. Так все так делают. Все очень боятся, батюшка. А, ну это уж суеверие. Бояться вот грешно. Говорят, на попозже можно, вот как говорят, день рождения заранее не празднуют. Первый раз слышу. Может, кто-то и не празднует, но мало ли сумасшедших. Но нельзя же всяким людям, у которых больная голова или в детстве упал, то их обязательно как-то слушать, принимать во внимание. Какая разница-то? Надо делать как удобно. Спасибо, батюшка. Это... Лучше приурочить, конечно, к какому-то выходному, когда все могут собраться. Ну, тема суеверия – это неисчерпаемая тема, батюшка. Не будем ее развивать. Да на кой она нужна-то? Спасибо вам за ваши ответы. Нам всего доброго, намекают, до свидания. Что пора прощаться. Да. Всего доброго. Избавляемся от суеверий. Всем доброго здоровья. Всего доброго, до свидания.